Спонсор показу «Євроламп». Світло майбутнього. Как всегда, непредсказуемая, сложная и опасная, прыжковая. Ну, все как всегда, но она вот этого менее сложная и опасная не становится. Ну, удалось тебе раскусить ее хоть как-то? Ну, хоть где-то, хоть какой-то участочек? Ну, честно говоря, со второго круга сегодня уже более-менее как-то поехалось лучше, потому что ни вчера, ни сегодня с утра как-то... Я не мог нащупать темп, нащупать машину, но как-то уже лучше. Насколько вам помешал дождь? Потому что многие сетовали на то, что очень размыло трассу, но не очень размыло, что появилась колея. Ну, вчера дождь действительно был, местами скользко, местами хороший держак был, местами очень скользко было, но... Где-то было сильно, где-то нет. Кто попал в меньший дождь, наверное, был с каким-то преимуществом. Кто ехал уже в конце, наверное, был, ну, максимально ехал по грязи. Ну, это для всех одинаково, в принципе, так что, ну, сложно здесь сказать. Скажи, вот такой вопрос тебе задам. Вы недавно проехали ралли Польши. Тоже очень скоростное ралли, но, судя по количеству поворотов, трамплинов, стенограмма на самом деле, насколько я понимаю, гораздо проще была на польском ралли, чем здесь, в Финляндии. Ну, можешь подтвердить или опровергнуть это? Ну, в Польше, может, было много прямик-поворот, пускай быстро... Но здесь прямых участков нет практически вообще. Здесь все через трамплины, через прыжки, и все повороты, они не просто там обычный поворот там, в горизонтальной плоскости, он там в 3D такой, где машина выпрыгивает, прыгает, где-то меньше, где-то больше, и очень важна техника прохождения таких мест. Окей, да, но стенограмма, тем не менее, я про стенограмму хочу спросить, она загруженнее, информативнее, чем в Польше? Ну, она сложнее, может быть. Тут с прыжка на прыжок, если в Польше там дистанция-поворот, то здесь с прыжка на прыжок все, и плюс поворот. Прочитала сегодня такое мнение, возьму на себя риск, задам тебе такой вопрос, просто очень интересно. Знаешь, что говорят, что вот у Горбаня Польша получилось, почему? Потому что не такая загруженная стенка и реакция, которая со слуха передается на руки-ноги, поэтому вот так, было проще. А вот в Финляндии якобы... Стенограммы загружены, больше информации, и якобы что Валерий Иванович Горбань не успевает, да, воспринимать на слух и тут же воспроизводить руками и ногами. Это уже какой-то сложный пошел процесс, да? Пошел в домыслах. Люди это хотят все правильно, до истины. Правильно, фанаты должны обсуждать все и вся. Ну, на самом деле. Ну, не в стенограмме проблема, я повторюсь, наверное, когда все повороты через трамплины, через прыжки, то очень сложно понять, где она прыгнет, а где она не прыгнет, где можно ехать полным газом, где надо ее прижать, где надо ее там ровно, где прокатить надо поворот, а где не надо ее жестко поставить боком, и где-то она выпрыгивает, где-то нет, и вот почувствовать, как она себя будет вести, очень сложно, это, наверное, с каким-то опытом, с какими-то знаниями, но вот такая гонка с таким количеством прыжков, она одна в чемпионате мира, вот с таким большим количеством прыжков, с такой скоростью, и это
вот, ну, где-то, я так понимаю, кто здесь ездит часто, кто здесь вырос, тот, ну, наверное, очень хорошо это понимает, знает, им легче. А, ну, даже там четвертый раз, ну, вот первый, как бы первый день, там первые допы, как первый раз. Спонсор показу «Євролам». Світло майбутнього.